дозволю представити до нашої студії. Сьогодні завітала Красиміра Ралькова, головний лікар обласної офтальмології. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Так. Дякую, що завітали. Сьогодні будемо говорити дійсно про захворювання зору, як уберегти зір. І от які захворювання очей найпопулярніші в Україні, зокрема Миколаїв. Давайте говорити, якщо ми вже знаходимося тут, от які захворювання найпоширеніші. Ну, ви совершенно правильно сказали. Частота заболеваний органа зрения у взрослого населения находится на 6-м месте. И Николаев тут идет в рамках статистики. Если мы говорим о детском населении, то распространенное заболевание органа зрения у детей находится на 3-м месте. Вот такое. Да. И за счет чего? За счет большого процента детей с близорукостью. То есть близорукость на сегодняшний день даже не считается заболеванием. Это считается таким приспособительным механизмом органа зрения к нашей окружающей действительности, к нашему образу жизни. О близорукости мы говорим каждый день. Ну, я думаю, что с частотой раз в минут 5-10, вот в рамках нашей работы, каждый раз мы беседуем. Это большие цифры, потому что если близорукость раньше возникала у детей в подростковом возрасте, в 11-12 лет стартовала, то сейчас старт близорукости 6-7 лет, когда дети начинают ходить в школу. Ну, а дети, которые начинают писать, читать раньше, которые увлекаются планшетами, телефонами, компьютерами с дошкольного возраста, соответственно, у них близорукость закономерно развивается раньше. Поэтому близорукость на сегодняшний день, ну, такое банальное, обычное явление, что, я думаю, мы очень много о ней говорили. Я уверена, что практически все наше детское население и их родители знают, как себя правильно вести. Поэтому сегодня я бы хотела остановиться, наверное, не на близорукости, а я хотела бы остановиться на другом заболевании. Вот мы с вами встречаемся сейчас накануне такого большого всеми любимого праздника 8 марта. Пользуясь случаем, я хочу, конечно, заранее поздравить все наше женское, сильное, слабое население с этим замечательным праздником, и мужчин тоже с их праздником 8 марта. Вот. Но для нас, для офтальмологов, мы встречаемся с вами накануне очень большой даты, это 6 марта, это Всемирный день борьбы с глаукомой. И это очень важно. Это очень важно. С 2008 года по инициативе Всемирной организации обществ глаукомы и ассоциации больных с глаукомой ежегодно 6 марта – это день борьбы с глаукомой. Основная задача этого дня, который, в общем-то, все мероприятия проходят в интервале там, 6 по 12 марта, основная задача этой даты – информированность населения о том, что такое глаукома и к чему она приводит. На сегодняшний день больных в мире около 100 миллионов с глаукомой. На сегодняшний день мы имеем 28 миллионов слепых людей в мире. И вот из этих 28 миллионов слепые по причине глаукомы – это каждый пятый. Это очень большие цифры. И очень важно знать, что вот эти, такие страшные заболевания, они начинаются совершенно незаметно. То есть, что нас мае насторожить? Поэтому они возникают незаметно, и для того, чтобы увидеть эту проблему, нужен врачебный осмотр. Поэтому очень важно соблюдать профилактические осмотры. Если мы говорим о взрослых, после 40 лет, начиная с 40 лет, они должны ежегодно проходить осмотры у офтальмолога, где есть такие исследования, как измерение внутриглазного давления, измерение поля зрения, которые являются первыми признаками начала дебюта глаукомы. Для взрослых это ясно и понятно, что если взрослый чувствует снижение остроты зрения, он идет к офтальмологу.
Значит, но не всегда, да, не всегда глаукома начинается, вот снижение зрения, да, но более тонкие такие данные дают измерения поля зрения и внутриглазное давление, которых больной, которых пациент может на старте не почувствовать. Тобто профілактичний огляд – це номер один, що має бути. Да. Так, і, собственно говоря, як во всій медицині, лучше заниматься профилактикой, чем потом вкладываться в лечение. И вот тут я хочу остановиться на детях, поскольку я в первую очередь все-таки детский офтальмолог. Я хочу сделать акцент на детской глаукоме. Если взрослый чувствует, что с ним что-то не так, он берет свою силу воли в кулак и идет к врачу. Если мы говорим о маленьком ребенке, да, маленький ребенок просто не может сказать своим родителям, что я плохо вижу. По причине того, что он не понимает, что происходит, да. И даже по той причине, что он еще не умеет разговаривать. И если мы говорим о детской глаукоме, мы говорим именно о врожденной глаукоме. Потому что маленький человечек, он, естественно, не может жаловаться. Его жалобы выливаются в беспокойный сон, в беспокойное поведение, в плач. Да, ребенок не имеет другого способа общения с нами и выражения своих негативных эмоций, как через плач. Но есть плач, обоснованный какой-то, ну, в рамках дозволенного, а есть поведение ребенка беспокойное, выходящее за определенные, скажем так, границы, да? И вот это беспокойное поведение ребенка должно настораживать родителей. Первое. Второе. Детеныш с врожденной глаукомой, а дебют врожденной глаукомы приходится именно на первый год жизни ребенка. Это практически вот с первого месяца до полугода, до 10-месячного возраста. Ну, вот так она проявляется. Значит, это дети, которые прячутся от света. Это детки, которые боятся света. У них повышенная слезоточивость. И это дети, у которых родители видят, что глаза больше, чем хотелось бы. Они большие, эти глаза. Просто великие очи? Великие очи, да, совершенно верно. Именно размер глаз. Такие дети с красивыми, большими глазами и склер с голубым свечением. Значит, вот в чем разница между взрослой глаукомой и детской глаукомой. Глаукома – это заболевание, когда повышается внутриглазное давление. Глаз наш имеет шаровидную форму. Внутриглазное давление проявляется тем, что давит на зрительный нерв. Ну вот когда вот, да, вот мы в шарик, в мяч. Давайте вот представим, что взрослый глаз – это баскетбольный мяч, а детский глаз – это воздушный шарик. Разница между этим в чем? Плотность оболочек, да? Плотность оболочек достаточно выраженная во взрослом состоянии, и оболочки глаза мягкие, эластичные, податливы к растяжению, как воздушный шарик в детском возрасте. Поэтому, когда мы нагнетаем, да, в данном случае жидкость, в баскетбольный мяч, то что? Эта жидкость распирает мяч, он не меняет форму. То есть вот эта жидкость, она давит на все внутриглазные структуры. И в первую очередь чувствительно к этому давлению в нашей нервной клеточке – это зрительный нерв. Возникает атрофия глаукомная зрительного нерва, соответственно, снижение зрения и поля зрения. Что происходит? И поэтому на первый план выходят жалобы на снижение зрения. Что происходит с нашим воздушным шариком надувным? Да? Мы нагнетаем, и шарик что делает? Он просто растягивается в размере. Так. Вот то же самое происходит с детским глазом. Зрительный нерв на этапе дебют, на начальных стадиях глаукомы не так страдает выраженно, как во взрослом состоянии. Но мы видим увеличение размеров глаз. Да? Растягивается склеральная оболочка, за счет этого просвечивается наша сосудистая оболочка, мы видим, как голубое свечение, вот белочная оболочка, то есть она такая белая, да, склеральная, как у взрослых, она с голубоватым оттенком. И большие роговицы глаз, да, в норме при рождении это 9 мм, у взрослых 11-12, у этих детей может достигать 15-16 мм, это огромные глаза. Вот. То есть вот это должно настораживать родителей. Зверніть увагу, так. Надо хватать своего ребенка, бежать прямо бегом к офтальмологу. Потому что единственный способ лечения врожденной глаукомы – это оперативное вмешательство. И чем раньше производится это оперативное вмешательство, оно делается под общим наркозом,
тем больше шансов сохранить ребенку хорошую, ну, достаточно высокую остроту зрения. На сегодняшний день у нас есть достаточно успешные глаза, которые с оперированной, врожденной, компенсированной глаукомой. Компенсированные – это значит, что они уже не нуждаются ни в каком закапывании капель, то есть у них стабильное, хорошее давление. Эти детки видят, ну, практически до 90-80% зрения. Это успех, это хорошо. А хто потрапляє в групу ризику просто? Ну, от, наче генетика має місце бути тут чи ні? От, як можна це попередити? Да. Чи можна це попередити? Значить, вона є наслідственна і врожденна. Наслідственна – це коли по роду, по наследованию происходит вот такая ситуация, в семье встречается. Вот. И врожденные – это перенесенные какие-то внутриутробные дефекты, какие-то увиты, воспалительные процессы. Это в первую очередь здоровье матери. Если мать болеет в ходе вынашивания ребенка, то есть такой вариант тоже возможен. То есть какая-то поломка, дефект именно во внутриутробном развитии. Ось так, серйозно. Треба попередньо вже готуватися і дитину оберігати, коли вже. Тобто, материнство – це ваш шах. Слідкуємо вдома за дітьми, вчасно звертаємося до лікаря, тим більше, якщо мова йде про дітей, так, ми розмовляли. І якщо ви дорослий, все одно профілактичний огляд для того, щоб зберегти свій зір і бути максимально здоровим. Ми вам дякуємо щиро, що завітали. До речі, ще раз нагадаємо, що 6 березня буде тривати тиждень. Люди мають змогу приходити, ви будете інформувати, буде огляд. Не пропустіть, тому що це дійсно важливо і це роблять для того, щоб ви були здоровими. Дякуємо вам. Красиміра Рилькова, головний лікар обласної офтальмології, була у нас. Красиміра Анатоліївна, дякуємо вам. Гарного продовження дня, на все добре.